Ой, ой-ой-ой, а ушки есть? Ушки, запасные ушки, запасные ушки. Селедка, а я отлично, отлично. Ну а я, как обычно, как там, как поется в мюзикле, который мы будем исполнять. Да, знаешь, как-то в завтрашнем мюзикле будет эта строчка, и вообще король императора Юнгыра. Даже волосы в черный себе покрасил ради этого. 5 лет назад дело было. Вот, ну ладно. Черный куб. Так. Давай, давай, может, все-таки не давайте. Уважаю пирата, а я уважаю. Ну, как всегда. Я дойду минут на 5. А потом вернусь. Мы пока с Михаилом расскажем историю. Реквизитом. Икру пошел метать. Метал. Что делал Раковский? Да-да-да, старый анекдот. Где Мстислав, он знает. Это надо было. Это дело я люблю! Да ладно, хорошо, это прошло. То есть для нас тогда перезапуск Фидерда был каким-то таким феерическим событием, понимаете, а там был зал по масштабу примерно как этот, и количество зрителей. Не, зал хороший. Зал. Как там это, в тяжких раздумий. У меня есть зелененькая алоэ. Это Максик, все несерьезно. И вот это история про, то есть представьте себе, бур, клопа. Действительно, почему бы нет? Да. Это что-то, если кто... Бур-клопа, это что-то, знаете, если кто-то помнит, примерно мои ровесники, был такой восхитительный немецкий сериал «Лекс». Да! Вот, там вот такой, там, я насекомое, я машина. И вот это все вот это, и все по Фрейду, мы немцы. Вот. Бур-клопа. Вот вы про вас зачитали, а тут ко мне обращение: «Макс, мы тебя любим, мяу! Спасибо!» Вас тоже все любим, мы, Максим Олегович. Я сейчас попробую это. Послушай, я так не хочу быть один, пластилин ничего. Короче, Крисанья не удалась. Так. Много. А, ниже. На закон книжный разменял. Бога, нет, нельзя миру вратить плетью, завершить небо золотой клетью. Сострадание! Ну что, так можно нас? Сестра, ты должна мне врага указать. Пойдем. Ладно, пусть значит. Привет, я концерт играю. Да-да. А? Кто бы там ни был, пусть приезжает. Давайте поклонимся. Отвори! Отвори! Отвори!
спасибо!